Был в троллейбусном депо номер 2, город Казань. Нашел такой выброшенный тумблер. Собрал. Тщательно помыл. Очень сложно переключаются, не знаю. О, надо будет разобрать. Ничего, это не то. Пересобрать. Тут вкл с двух сторон. Ну, где зеленая, там получается рабочая зона, желтая нерабочая зона. Жестко, конечно, переключается. Ну, интересно. Я подозреваю, это либо Адзю 682, либо БТЗ. Что-то из этого. О, жестко-то как. Вообще, ну-ка, а если вот посерединке? Не дается. Интересно, он так правда жестко переключается? Или нет? Вот посмотрите, как он. Ну-ка, сейчас сфокусирует. Не фокусирует. НП. И 28 вольт. Такой значок. А больше надписей тут нету, кроме как вкл-выкл. И в следующем ролике я его разберу, покажу, как устроено. А вот тут он, получается, тут он так привинчивался, на что цеплялся. И тут два контакта присоединялись. Это получается, когда штанги поставишь, а так, раз, включился. Потом заехал в парк ночью, хоп, все выключил. Вещь классная. На память вообще топ. Нормально. Завтра разберем ее. Покажу, что внутри. Я, конечно, уже разбирал каждую детальку, там спирт макал. Ну, никак не макал, все закинул в спирт. И оно там у меня лежало. Ночь и день. Потом еще щеткой оттирал. Но это бесполезно. До новых встреч.